Евгений Шварц, рассеянный волшебник. Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как дворцы, и маленькие, как часики. Между делом шутя построил он для дома своего чудесные машины, легкие, как перышки. Эти самые машинки у него и пол мели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка была величной с кошку. Бегала за хозяином, как собака, а разговаривала, как человек. Уйдет Иван Иванович из дому, а машинка эта и на телефонные звонки отвечает, и обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она пустит в дом, поговорит с ним, да еще споет ему песенку, как настоящая птичка. А плохого прогонит, да еще залает ему вслед, как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и кричала: «Хозяин! А, хозяин! Вставать пора!» Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух шляпах разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогла. Когда нужно, напомнит, когда нужно, поправит. Вот однажды пошел Иванович гулять в лес, умная машинка бежит за ним, звонит в звоночек, как велосипед, веселится, а Иван Иванович спросит ее: «Тише, тише, не мешай мне размышлять». И вдруг услышали они, копыта стучат, колеса скрипят, и увидели, выезжает им навстречу мальчик, везет зерно на мельницу. Поздоровались они. Мальчик остановил телегу и давай расспрашивать Ивана Ивановича, что это за машинка, да как она сделана. Иван Иванович стал объяснять, а машинка убежала в лес гонять белок, заливается, как колокольчик. Мальчик выслушал Ивана Ивановича, засмеялся и говорит: «Нет, вы прямо настоящий волшебник». «Да вроде этого», — отвечает Иван Иванович. «Вы, наверное, все можете сделать?» «Да», — отвечает Иван Иванович. «Ну а можете вы, например, мою лошадь превратить в кошку?» «Отчего же?» – отвечает Иван Иванович. Вынул он из жилетного кармана маленький прибор. Это, говорит, зоологическое волшебное стекло. Раз, два, три, и направил он уменьшительное волшебное стекло на лошадь. И вдруг, вот чудеса, друга стало крошечной, оглобли, тоненькими срубя, легонькие вошки, повисли эти съемочки, и увидел мальчик вместо коня, напряжена в его телегу, кошка. Стоит кошка, важно, как конь, роет землю передней лапкой, словно копытом. Потрогал ее мальчик, шерстка мягкая, погладил, замурлыкала, настоящая кошка, только в упряжке. Посмеялись они. Тут из лесу выбежала чудесная машинка. И вдруг остановилась, как вкопанная, и стала она давать тревожные звонки, и красные лампочки зажглись у нее на спине. «Что такое?» – испугался Иван Иванович. «Как это?» – закричала машинка. «Вы по рассеянности забыли, что наше увеличительное зоологическое стекло, волшебное стекло, лежит в ремонте на стекольном заводе. Да как же вы теперь превратите кошку опять в лошадь? Что тут делать?» Мальчик плачет, кошка мяучит, машинка звонит, а Иван Иванович просит: «Пожалуйста, прошу вас потише, не мешайте мне размышлять», — подумал он. Подумал и говорит: «Нечего, друзья, плакать, нечего мяукать, нечего звонить. Лошадь, конечно, превратилась в кошку, но сила в ней осталась прежняя, лошадиная. Поезжай, мальчик, спокойно на этой кошке, в одну лошадиную силу. А ровно через месяц я, не выходя из дома, отправлю волшебное увеличительное стекло, и она снова станет лошадью». Успокоился мальчик, дал свой адрес Ивану Ивановичу, дернул вошку, сказал: «Но!» и повезла кошка телегу.